Добрый день, дорогие зрители! Мы рады приветствовать вас на новом видеообзоре, первом в наступившем году от интернет-магазина «Серебряная птица». Праздники уже закончились, а вот мы не устаем вас радовать и уже приглашаем вас посмотреть на обзор новинок серебряных украшений от Приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». И еще мы подготовили для вас один сюрприз. Хотите узнать, какой именно? Смотрите наш ролик до конца и все узнаете. Представляем вашему вниманию цепи плетения Снейк в родированном покрытии и в золочении. Посмотрите, какое необычное и оригинальное плетение представили нам ювелирные мастера Красной Пресни. Объемное и сверкающее, оно будет очень эстетично подчеркивать красоту вашей шеи. Добавьте к нему любимую подвеску или, может быть, новую, которую вы подберете в нашем интернет-магазине. И вот у вас уже очаровательный аксессуар, который будет уместен как в деловом, так и в вечернем образе. Хочется сочетать классический стиль и свежие тренды? С магазином «Серебряная птица» нет ничего проще. Посмотрите, какой необычный комплект серьги и колье в покрытии оксидирования мы приготовили специально под такой запрос. Сочетание необычайного дизайна украшений и наличие так любимого многими покупателями филигранного узора создает по-настоящему привлекательное украшение. Посмотрите еще на крепление этих необычайных украшений. На серьгах классический английский замок довольно плотно застегивается и длина штифта, которая не будет доставлять дискомфорт. На замочке колье также есть регулятор длины, что очень удобно. Понравился комплект? Скорее заказывайте его на нашем сайте jumagazine.ru. Украшения с яркими вставками всегда приносят своей обладательнице внимание, комплименты и, несомненно, хорошее настроение. Поэтому советуем обратить внимание вот на такой комплект, в который входит кольцо и серьги в покрытии родирования с фианитом собственной огранки в нежно-лазурном цвете. Как оригинально смотрится форма камня и его расположение, не правда ли? И какую глубину и разнообразие оттенков цвета придает камню фирменная огранка завода. Мы уверены, данный комплект сможет занять достойное место в вашей коллекции украшений. Тем более, что он уже ждет вашего заказа на нашем сайте. Любителям геометрических форм и лаконичных решений тоже всегда есть чем порадовать себя на страницах нашего каталога. Интересные серьги в покрытии золочения либо родирования, на ваш выбор, вполне могут стать любимым украшением на каждый день. Их легкость и универсальность этому очень способствуют. А как дополнительный бонус, серьги такой формы могут визуально даже немного скорректировать овал лица.
Представляем вам комплект серебряных украшений, в который входят серьги и кольцо в покрытии оксидирования без вставок. Только посмотрите, как необычно и интересно смотрятся данные украшения. Традиционный филигранный узор в таком исполнении приобретает современный и даже трендовый формат. Серьги с английским замочком в аналогичном дизайне прекрасно дополняют кольцо, и вместе комплект смотрится просто роскошно. Легкость и миниатюрность, грация и изящество. Вот такие ассоциации возникают при взгляде на этих очаровательных балерин, которыми украшены серебряные серьги с английским замочком в покрытии оксидирования и золочения. Такие серьги станут отличным подарком для любителей балетного искусства и тем более для артистов балета. В дополнение к ним, на нашем сайте вы также можете подобрать брошь в похожем стиле. Есть своя загадочность и неповторимое очарование в непрозрачных вставках в украшениях от ювелирного завода «Красная Пресня». В данном комплекте из серебра 925 пробы, который представлен кольцом и серьгами в покрытии оксидирования, вставка именно такая – непрозрачное ювелирное стекло собственной огранки. Гладкая шлифовка или кабошон как нельзя лучше подходит для таких камней и придает им богатый и благородный вид. Комплект в традиционном стиле, в который входят серьги и кольцо из серебра 925 пробы, в покрытии оксидирования и вставкой из искусственного коралла. Сочная, ярко-алая вставка в сочетании с филигранным стилем и ленточными узорами дает потрясающий эффект и, несомненно, поставит яркий акцент в вашем образе.
представляем вам еще одну цветовую вариацию серебряного комплекта украшений, в который входит кольцо и серьги в покрытии оксидирования, и вставка здесь искусственный аквамарин. Эта вставка, на наш взгляд, одна из самых загадочных и притягательных. Посмотрите на глубину цвета и смену оттенков. Оправа камня подчеркивает таинственный образ этого комплекта и придает его обладательнице еще больше шарма и очарования. И также данные серебряные украшения можно приобрести со вставкой искусственный сапфир. Эта замутненная непрозрачная вставка смотрится очень благородно и прекрасно будет подчеркивать вечерний наряд. Напишите нам в комментариях, какая из вставок в этой серии понравилась вам больше всего. Мы будем очень рады вашей обратной связи. Не сдают своих позиций в наступившем сезоне широкие и массивные украшения. Отличный пример – данный комплект украшений из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования без вставок. Оцените детали филигранного узора. Так свежо и современно они выглядят в таком исполнении. Серьги прекрасно сочетаются с кольцом и делают образ завершенным. Кольцо – широкая по всему диаметру, однако это никак не мешает сжимать и разжимать ладонь. Комплект смотрится свежо и оригинально, а главное, уже доступен к заказу на нашем сайте. Утонченный и нежный комплект, в который входят серьги и кольцо из серебра 925 пробы, покрытие радирования и вставкой фианитом. Если вы искали лишь легкое дополнение к образу или едва заметный романтичный аксессуар, то вы его нашли. Яркий фианит будет казаться невесомым на фоне тонкой, почти воздушной оправы, и именно это придаст вашему образу легкости и элегантности.
Украшения с жемчугом, несомненно, вне времени и моды. Они актуальны всегда и уместны везде. Поэтому советуем обратить внимание на эти серьги в покрытии родирования и вставкой из крупной имитации жемчуга. Скромное крепление и классический английский замок не отвлекают внимание от самого главного – от крупной объемной жемчужины. По вашему вкусу вы также можете выбрать эти серьги и в покрытии золочения. Оба варианта уже ждут вас на нашем сайте. Серьги Конго также являются мировой классикой в мире украшений. Однако, для того, чтобы придать изделиям более интересный вид и наполнить их блеском, ювелирные мастера красной пресни добавили небольшую отличительную деталь на эту новую модель. Догадались, о чем мы? Да, именно алмазная грань приносит новизну и совсем иной вид этим серьгам. Согласитесь, смотрится очень необычно. Данная модель, по вашему желанию, доступна к заказу в покрытиях золочения и родирования. Комплект украшений специально для любителей необычных и стильных аксессуаров. Серебряное кольцо и серьги в покрытии оксидирования без вставок. Объем, создаваемый двумя декоративными элементами, выглядит очень необычно. Серьги в таком комплекте – трансформеры. Один из элементов можно завести замочку уха, а можно просто снять. Благодаря такой трансформации можно придумывать себе новые образы каждый день. Это ли не находка для каждой любительницы украшений? Браслеты в классическом стиле из серебра в покрытии оксидирования и вставками из яшмы и искусственного нефрита. Сразу узнается тот самый величественный стиль красной пресни, который придает изделиям такой богатый и царственный вид. Просим заметить, что этих браслетов нет регулировки по длине, а минимальный размер этих браслетов 19. Камни наполнены интересными вкраплениями и поддерживают общий объемный вид украшений. На этом мы завершаем наш обзор и, как и обещали, рассказываем главную новость ролика. А новость заключается в том, что мы очень были рады вашей обратной связи и вашей активности в прошлом конкурсе, что решили не медлить и прямо сейчас объявить уже второй конкурс.
мы начинаем готовиться к празднику, к Дню всех влюбленных, и поэтому решили разыграть среди наших подписчиков, зрителей нашего канала вот такую очаровательную подвеску. Согласитесь, прекрасный подарок для себя или кого-то из близких. А принять участие в нашем конкурсе очень просто. Нужно быть подписанным на наш канал, поставить лайк этому видео и написать комментарий, расскажите, какое у вас любимое украшение от красной пресни. Может быть, это какая-то модель серег, или, может быть, это кольца из какой-то коллекции вам больше всего нравится. Расскажите нам об этом, пожалуйста, в комментариях и участвуйте в нашем розыгрыше. Пусть удача улыбнется именно вам. До новых встреч!